Всем привет! Вы на канале Растяжка с Кутузовой. И сегодня мы разбираем правильное выполнение широкой складки. Садимся на повышенную опору. У меня это кубик для йоги, у вас могут быть книги. Опираемся руками в колени и выкручиваем таз назад. У вас должно быть напряжение в поясничном отделе. Дотягиваемся ручками до стопы. Если такой возможности нет, берем вспомогательные предметы – ремни либо ленты. Если не удается держать спину ровной, то сгибаем ножки. Подкручиваем таз назад, животиком упираемся в бедра. Сохраняем это положение несколько секунд, дышим ровно. Медленно начинаем разгибать ножки. Когда вы начнете делать складку на повышенной опоре уверенно, то опору убираем и садимся на пол. Далее нам понадобятся руки. Мы ставим ручки в упор назад, пальчиками смотрят от нас, возле ягодиц. Путем сопротивления наклоняемся вперед, сохраняя напряжение в пояснице. После того, как вы сможете почувствовать прямую спину, вы можете ручки перенести вперед и начинать наклоняться вперед. Но всегда можно себя проверить палкой. Кладем ее вдоль позвоночника, прижимаем головой, лопатками и поясничкой и наклоняемся вперед, сохраняя прямую спину. Тянитесь с умом и в удовольствие. Будьте здоровыми и красивыми!